Штурм набросилась на сбежавшую Собчак. Крестный прикрывал твою жопу, тебе все сходило с рук. Ксения Собчак недавно улетела с сыном в Израиль. Телеведущий уверяет, что поехала отдыхать, но многие подозревают ее в эмиграции. Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм написала гневный пост в своем блоге, который посвятила Ксении Собчак. 55-летняя звезда 90-х обвинила журналистку в том, что та покинула родную страну. Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Крестный прикрывал твою жопу, пока ты духарилась, открывалась по полной на глазах у всей страны. Тебе все сходило с рук. И авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот. А главное, ты не любишь свою родину, ты любишь себя и свои удобства. Ты слабая духом, заявила Штурм. Подписчики певицы поддержали ее. Такие, как она, переобуваются на лету. Вернется, как ни в чем не бывало, и опять за свое. Наташа, так стыдно, что есть такие, как Собчак. Какая же ты правдивая, сильная, смелая и умная. Напомним, после начала военной спецоперации на Украине, многие звезды уехали из страны. Ксения Собчак не исключение. Не выдержав нападок, 40-летняя журналистка записала видео, в котором она заверила, что совсем скоро вернется в Россию. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!